Проблема в том, как нам сделать сейчас, и для этого я вижу в этом большую задачу правительства, помочь особенно малым и средним предприятиям, сделать так, чтобы их производство было нацелено вот на этот рынок, потому что этот рынок предсказуемый, мы знаем однозначно, что политика здесь не играет никакой роли, главное, чтобы у нас был хороший товар, чтобы он был и красивый, и вкусный, но и его легко можно там преподнести. И вот как помочь нашему малому и среднему бизнесу? А как известно, это малый и средний бизнес является мотором к росту экономики. Не большие госкорпорации или частные. В экономике стран Европейского Союза, если не ошибаюсь, когда там я озвучивали цифру, почти что 90% экономики приходится как раз на малые и средние предприятия. Вот в чем наша самая важная задача. Помочь им. Как мы можем помочь? Доступом к дешевым деньгам. Потому что еще, к сожалению, кредиты, получаемые от молдавских банков, довольно-таки дорогие. Помочь им ноу-хау. То есть они должны знать, где у них есть возможность продавать свои продукты, налаживать мосты между молдавскими производителями и потенциальными возможными покупателями в Евросоюзе. То есть вот в чем состоит наша задача.